Так, друзья, всем привет, компания «Бери баню», приветствуем всех, приехал на очередной объект, баня по срубу 5 на 7 и терраса 3 на 7, итог 7 на 8, крыша мансарда, так, ветки мешают уж, ну, как-то так вот. Фронтон обшили блокхаусом. Вот. Такая получилась банька. Так, сейчас обойдем вкратце. Такая высоченная крыша. Высоту второго этажа попросили сделать 2,50. Обычно делаем до 20. Тут повыше. Сделали карниз, 6 вагонов получился, довольно таки широкий, от дождичка можно прятаться. Фундамент лента без цоколя в этот раз, залили, приподняли повыше, сейчас обойдем сзади. Вот это сруб красят клиенты уже. Цвет сосна, в два слоя надо будет обработать его, пропитать, первый слой наносится. Тоже фронтон, окошек пока нет, собрали под крышу. Так, ну пройдемте внутрь, там темно, правда, сейчас. Опа, тут полов тоже не делали, потому что, соответственно, тут везде будет внутри стяжка, а здесь будет тоже стяжка, здесь потом будет все обшиваться, будет закрытая веранда, не терраса, в общем, будет все зашиваться. Так, здесь будет комната отдыха. Так, сейчас найду фонарик, подождите. Фонарик. Недоступен зачем-то. Не знаю, почему-то недоступен. Ладно, так полезем. Так, вот сруб. Здесь пока ничего не конопачено. Сруб высотой 2,50. Вот так вот оставили пока. Так, здесь будет вот комната отдыха. Большая такая, просторная. Так, там совсем темно. Фонарик почему-то не включается. Так. Недоступен. Не знаю. Друзья, в общем. Почему-то не включается фонарик. Там вот перегородка сделана, кассета. Из бруса 100 на 150. В общем. Эта стенка делится напополам примерно. Ну хотя нет, мойка чуть поменьше, парная будет чуть больше. Вот. В общем, тут удлинитель со светом уже мы убрали, поэтому внутрь не попал. Все, парни, он на сборе, на чемоданах. Собираются. В общем, здесь вот будет этот кухонка, оставили сразу под канализацию от воды. И под туалет тут тоже планируется. Вот так что, такой вот объект, гигант, большущий. Второй этаж получился, тоже не полез. Большой получается, 5,70 на 8 метров площадь второго этажа. Вот. Все, друзья, всем спасибо, всем пока.